Опубликован проект политической партии «Белая Русь». На официальном сайте организации заработала и форма обратной связи с гражданами. Каждый сможет задать интересующие вопросы, внести предложения и пожелания. Их обязательно учтут при подготовке финального варианта программы. Народное обсуждение будет проходить в таком же формате, как и в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В Беларуси до 3 марта проверят готовность системы территориальной обороны. По стране организуют теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполкомов и военкоматов. Проконтролируют и то, как хранятся запасы материальных средств. Особое внимание – подготовке военнообязанных. Подобные занятия проводятся регулярно и носят плановый характер. Республика увеличит поставки медпрепаратов на Кубу. Договоренность достигнута в Минздраве на встрече с делегацией этой страны. Партнеры обсудили взаимное упрощение регистрации лекарств. В этом процессе есть подвижки. В прошлом году на острове Свободы зарегистрированы два наших препарата. Прорабатывается и вопрос лицензирования белорусских медикаментов в других государствах Латинской Америки. В стране усилили контроль за пассажирскими перевозками. Специалисты проверяют свидетельства о регистрации, страховой полис, техосмотр, предсменный медосмотр и наличие инерционных ремней. Пресекают факты незаконного переоборудования машин. Только за прошлый год в Могилевской области с участием маршруток произошло 8 аварий. Пострадали 14 человек. К административной ответственности привлечены 747 водителей. С марта введен запрет на любительский лов щуки. Охранные меры связаны с нерестом, который начинается раньше, чем у других рыб. В это время хищник перемещается на небольшую глубину в поймы рек и становится беззащитным. За каждую незаконно выловленную особь нарушитель заплатит 333 рубля.